Россия давно уже не воспринимается как иностранное государство. А вот то, что это ключевой партнер для нашей страны в вопросах импортозамещения, подтверждается цифрами и множеством фактов. Один из удачных примеров – старт совместного проекта дочерней компании российского холдинга «Швабе» и предприятия «Брестмаш». Это сотрудничество будет способствовать не только созданию новых рабочих мест, но и развитию экономики города и региона в целом. Преград сегодня никаких не существует, и вот реализация этого проекта – еще одно как бы реальное решение тех вопросов, которые поставлены перед Российской Федерацией и перед Республикой Беларусь. Понятно, что вот те события, которые развиваются, и те вызовы, которые нам предъявляют недружественные страны, заставляют нас двигаться значительно быстрее, чем мы это делали ранее. И реализация этого проекта как раз и позволяет, используя наработки, компетенции, которые есть в Российской Федерации, реализовать на площадке данного предприятия в Бресте. На производственных мощностях предприятия «Брестмаш» планируется выпуск специальной автотехники. Более чем 100 ее наименований сегодня успешно производит в Российской Федерации общество с ограниченной ответственностью «Швабе Спецавто». 26 моделей из этой линейки теперь будут собираться в Бресте. Суть проекта в том составляет, что сейчас на рынке многие компании на рынке России и Беларуси свернули свою деятельность, кто-то ушел вообще. Вот, и на рынке образовался вакуум, который надо заполнить. Сотрудничество с Республикой Беларусь для холдинга «Швабе» является одним из приоритетных направлений. И мы надеемся, что вот, производство именно здесь, да именно на «Брестмаш», это будет такой удачный старт для нашего дальнейшего еще более всеобъемлющего партнерства. И действительно мы оценили производственные возможности данной площадки и поняли, что они в совокупности с нашими производственными возможностями позволят дать большой синергетический эффект, и, соответственно, мы сможем увеличить в целом объемы производства и линейку. На презентации почетным гостям мероприятия продемонстрировали все достоинства моделей, которые планируется производить на данном этапе. Это автомобили для силовых структур, в том числе патрульные эвакуаторы, спецтехника для социальных и кинологических служб, школьные автобусы. К слову, одни только автомобили для оказания скорой медицинской помощи планируется выпускать в 5 различных модификациях. А этот автомобиль предназначен для перевозки 2 инвалидов-колясочников. Один размещается на переднем пассажирском сиденье, а для второго есть место в салоне автомобиля. В год на предприятии «Брестмаш» рассчитывают выпускать не менее 500 единиц специальной автомобильной техники. Торжественное подписание договора о старте совместного производства стало финальным этапом мероприятия. Время, где мы вершим большой проект. Ну что, господа, свершилось. Ваши аплодисменты. Пожмите друг другу руки. Мы подписали, мы сделали это. Мы на самом начале. У нас великий старт большого проекта. Впереди ожидает большая и плодотворная работа. Планируется, что еще до конца года с конвейера «Брестмаша» сойдут 100 автомобилей нового белорусско-российского проекта. Людмила Лагодич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания «Бук-ТВ».